Ух ты! Собачья мечта! Сплошные деревья. Ай! Вы не сказали, что здесь нужен спрей от насекомых. Упустил из виду. Оп. Ого! Эта инопланетная куколка все страшнее. Я открою врата, чтобы вернуться на Землю. Генерал, я перепрограммировал коды. Сейчас диафрагма закроется, и майор Боннер не сможет ее открыть и снова впустить тлаканов. Никто не сможет войти, если не знает новых кодов. Хорошо, капитан. Мне не нужны новые сюрпризы. Я допускаю, что Гас Боннер мог поступить опрометчиво, даже нарушить приказ. Но никогда не думал, что он будет лгать. А тем более, что он станет предателем. Генерал, я видела, как майор Боннер захватил зал управления. Это он открыл врата для тлаканов. Кто-то пытается войти! Что-то не так. Система работает, но диафрагма не открывается. Берегись! Построили столетия назад. Но мы найти сумели ключи от звездных врат. Теперь мы по вселенной прокладываем путь, чтобы домой, на Землю, сумел он нас вернуть. В борьбе со злом в галактике мы побеждаем вместе, и звездные врата нас выводят в бесконечность. Звездные врата. Пригнись! На Землю! Двойной долг. Авторы сценария Мишель Труае и Пол Фрэнсис. Что бы это ни было, теперь это масса разбросанных молекул. Отлично, мистер Граймс. Кадет Боннер вызывает штаб Звездных врат. Ответьте, штаб. У меня тоже нет связи. Приемник в штабе запрограммирован на фильтрации поступающих через врата помех. Может, наши сигналы случайно приняли за помехи? А может, и не случайно. Может, кто-то не хочет, чтобы я связался со штабом и объяснил, как меня выставили предателем? А ты можешь это объяснить? Пока нет, но смогу. И что мы будем делать? Тлаканы попытаются преследовать нас. Самое безопасное — пройти через врата в другой мир. Быть на шаг впереди них. Может, и хорошо, что мы не остаемся. Я был здесь недавно со спецгруппой. Эти белки довольно опасны. Ха, вы даже с белками не справились. Ай! О! Уходи, Харрисон! О! Ой! Харрисон! Не волнуйтесь, он в безопасности. Пока. И это вы называете белкой? Нам это показалось смешным. Лазуны запасают еду впрок. Например, Харрисона. Я верну их. Харрисона и этот чертов кокон. Кажется, он оставил меня на десерт. Ой! Ой! Хорошо, что я смог отличить тебя от орехов.
Так! Крылья не слушаются совсем. К счастью, я упал на что-то мягкое. Простите? Кто эти люди? Мы назвали их Торны. Мы контактировали с этим селением, когда я был здесь с командой. Не бойся, малыш. Теперь ты в безопасности. Надеюсь, я не ушиб его, когда упал. Я подзабыл их язык, но, кажется, малыш был уже болен. О, нет. Куколка не пострадала. Она цела. Да, я тоже цел. Спасибо, что спросил. Торны говорят, что все жители больны. И сильно. Очень жаль. Может, я возьму аптечку и... Вы не понимаете. Все началось после того, как здесь побывал я. Все они могут умереть, и, возможно, из-за меня. Майор Боннер, это совпадение, что здесь была ваша команда. Перед заданием всех членов команды проверяют на инфекционные болезни. Вас не пустили бы через звездные врата? Сразу после задания я заболел простудой. А до задания симптомы были? Ну, у меня болели мышцы. И ты не сообщил об этом? Я стар, у меня бывают боли. Я думал, что мышцы болят после тренировки. Нефестис вызывает Патан Тлаканов. Ответь, Мапатан. У меня сообщение для Даккила. Как только наши врата заработают, мы отправимся за людьми. Командующий Даккил, сообщение от шпиона Нефестиса. Он заблокировал всю связь с людьми, которые скрылись с древним. Они не могут вернуться на Землю. Прекрасно. Пошли ему мою благодарность. У него к вам просьба. Он чего-то требует от меня. Это лишь просьба. Газбоннер может заподозрить, как его выставили предателем. Чтобы защититься, Нефестис просит уничтожить Боннера. И это все? Передай ему бокал. Это будет сделано. Прости. Тлаканы могут появиться в любую минуту. Нужно уносить куколку в безопасное место. Я не брошу Торнов. А вы уходите. Эко сможет открыть врата. Ты был в других мирах, а мы нет. Ты должен выбрать место и проследить, чтобы мы с Коконом попали туда. У меня здесь дело. У тебя долг перед командованием. Меня освободили от этого долга. Мы должны защитить куколку. От этого может зависеть выживание всех свободных планет. Если этот древний, и он попадет в руки тлаканов... Так уносите ее сквозь звездные врата! Торны умирают, и в этом виноват я! Я должен сделать все, чтобы помочь им. Я отвечаю за свой выбор, кадет. Это называется ответственность. Да, а может, вам все равно, если древний попадет к тлаканам? Ты еще не объяснил то, что произошло в штабе. Как тлаканы прошли через систему защиты звездных врат? Я не знаю, как они прошли, но я знаю, что я должен делать сейчас. Мы зря теряем время. Я беру крысу. А я останусь. В детстве в резервации я дружила со старой знахаркой. Может, я научилась чему-то? А вы двое тоже остаетесь? Моя мать бежала с родной планеты из-за нападения тлаканов. Мы должны сберечь куколку. Черт. Я считал, что в ВВС мне больше не придется думать. Нужно только выполнять приказы. Ладно, я голосую за Кокон.
сейчас я настрою врата. Эй, куколка древних снова меняется. Она раскрывается. Эко! О! Стейси! Прекратить огонь! Когда-то вы, древние, правили вселенной. Но теперь ты мой. Оживите их. Они проживут достаточно, чтобы сказать мне, где найти Гасса Боннера. Прекратить огонь. Когда-то вы, древние, правили вселенной. Но теперь ты мой. Оживите их. Они проживут достаточно, чтобы сказать мне, где найти Гасса Боннера. Боннер, говорите. Майор, клокканы вошли в звездные врата. У них Стейси и Эко, и куколка. Харрисон, жди меня у дерева белки. И постарайся не стать орехом. Я с вами. С куколкой что-то происходит. Я чувствую это. Бежим! Садитесь! Ушли! Как мы теперь найдем людей древнего? Способ всегда есть, если ты знаешь своего врага. Если это существо у тлаканов, то они ушли обратно сквозь звездные врата. Мы ничего не сможем сделать. Говорит командующий Дакил из империи тлаканов. Селение под нашим контролем. Если мне не выдадут Гасса Боннера и древнего, селение и все в нем будут уничтожены. Если вы хотите, чтобы Торны жили, выдайте Боннера и древнего. Вы думаете, они выполнят ваши требования, командующий? Я изучал людей. Они слабые и сентиментальны. Они верят, что самопожертвование — это благородно. Кажется, у меня есть шанс спасти Торнов. Ты не можешь просто сдаться им. И древнего мы не можем им отдать. Даже если бы мы могли им все отдать, они все равно могут уничтожить селение. И уничтожат, если я не приму меры. А ты верни их домой. Может, это все обман? Может, он помогает тлаканам? Ты сама в это не веришь. Неужели мы отпустим его туда одного? О! Я сдаюсь, Дакил, или как там тебя? Оставь Торна в покое! А где древний? То, что вылупилось из куколки, улетело куда-то в лес. У нас его нет. Тогда я уничтожу Торнов. Я все равно собирался это сделать, даже если бы вы отдали мне древнего. Ты окажешь им услугу. На них напал какой-то мор. Тогда пусть страдают. А вот тебя я уничтожу немедленно. Покал, твое оружие! Ха-ха-ха!
эти болваны! Это древний! Командир, нужно уходить. Воины, отступаем. Сюда. Должно быть, это склад продовольствия Торнов. Не понимаю, почему тлаканы так слабо дрались? Не стреляй! Это древняя или чем она там является? Она похожа на мою школьную учительницу математики. Мы звали ее Драконшей. Драга. У моей учительницы ногти были длиннее. Осторожно, Сиэтл! Она меня не тронет. Она хочет что-то узнать. Что узнать? Все. Теперь я знаю. Часть, вы должны помочь понять. Вы связаны. Ответственность. Вы хорошие. Тлаканы не связаны. Тлаканы плохие. Как нам тебя звать? Как твое имя? Я родилась. Другие дают мне имя. Нашу драконшу звали мисс Нидерхоф. Драга. Драга. Простите, майор. Я не знаю, что еще сделать. Знахарка учила меня, что иногда ничего нельзя сделать. Ты можешь вылечить всех больных? Могу. Иногда что-то можно сделать. Перенесите селение глубже в лес, чтобы тлаканы не нашли вас снова. Я не знаю, что стало с их командующим. Он жив! Драга, ты из древних? Это твой народ построил звездные врата? Я не знаю звездные врата. Я не знаю другие миры. Я могу только следовать. Теперь я следую за вами. Куда мы отправимся? Куда-нибудь. Исполнительные продюсеры Энди Хейвард и Майкл Малиани. Режиссеры Серж Цицероне, Бернард Легол, Паскаль Гари. Композиторы Майк Пичерилло, Жан-Мишель Гиро. На русский язык фильм озвучен на студии «Нота» по заказу СТС в 2008 году.